Всем добрый день! Сегодня я предлагаю рецепт простого манника на кефире с яблоками. Манник получается очень вкусный, нежный, сочный и ароматный. Для приготовления манника потребуется манная крупа 1 стакан, 3 яйца, разрыхлитель 1 чайная ложка, сахар 200 грамм, пакетик ванилина или ванильный сахар, яблоки 2 больших или 3 средних, стакан кефира и 50 грамм мягкого сливочного масла. Давайте приготовим манник. Беру глубокую миску, всыпаю всю манную крупу, заливаю кефиром. Теперь все тщательно перемешаю. Манку с кефиром перемешала. Теперь отставляю ее на полчаса, чтобы манка набухла. Пока манка пропитывается, я займусь яблоками. Яблоки я почистила. Если кожура толстая, как у меня, то лучше ее, конечно, удалить. Яблоки нарезаем либо кубиками, либо дольками, как вам нравится. Старайтесь нарезать яблочки одного размера. Я буду нарезать дольками. Сейчас я буду взбивать яйца с сахаром. Взбиваем, как обычно, до белой пышной массы. Яичную массу с сахаром взбили. Теперь я в манку с кефиром добавила масло мягкое. Оно изумительно смешалось. Вот такая вот эластичная однородная масса получилась. Сейчас добавляю разрыхлитель. Смешаю. И теперь к манке добавляю яичную массу с сахаром. Все тщательно смешиваю. Смешала тесто я до однородности. Теперь половину получившейся массы наливаю в подготовленную форму. И сверху буду выкладывать яблочки. Заливаю второй слой. И сверху снова выкладываю слой яблок. Я выложила верхний слой яблочек. Сверху еще посыпала корицей. Но это на ваше усмотрение. Я очень люблю корицу, вообще считаю, что корица и яблоки – это классическое сочетание. Если вы не любите, можете этого не делать. Теперь я отправляю
в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 минут.